Иван Заблоцкий – победитель областного смотра конкурса профессионального мастерства. В торжественной обстановке старший участковый инспектор милиции получает ключи от новой служебной машины. Такой ценный подарок вручает лично председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Наш непосредственно участок он занимает по площади половину Ленинского района города Бобруйска. Плюс еще у нас отдаленный поселок Титовка, который за Березиной находится. Поэтому машина очень огромную службу сослужит нам. Спасибо руководству, что доверили представить УВД города Бобруйска на конкурсе. И вот так получилось, что выиграл главный приз. Бобруйчанин с детства мечтал о службе в милиции. Пример для подражания – отец с 23-летним стажем, который прошел путь от инспектора до начальника УВД. Иван Заблоцкий в форме уже почти 19 лет. Пятый год трудится на благо городу в должности участкового. Теперь среди прочих грамот гордо зияет тот самый диплом победителя. Соревнования именно по направлениям служебной деятельности. Начиная от огневой, заканчивая знанием приказов, ораторским мастерством. Некоторое время даже не мог поверить, что так получилось, что лучше в области. То есть не считаясь каким-то лучшим, то есть у нас много таких даже в отделе работает. Профессия у скромного героя не из легких. Динамичный график расписан буквально по минутам. На плечи ложится огромный спектр задач. Самое главное – профилактика правонарушений и преступлений на участке. А это порядка 12 тысяч домов. Поступают благодарственные звонки о работе участкового на административном участке. Очень рад, что в очередной раз наш отдел милиции занял призовое место в области. Вторая машина, коллекционируем их. Поэтому преемственность поколений. Всегда на страже порядка. Благодаря таким людям, преданным своему делу, бобруйчане могут спать спокойно. Настоящие профессионалы в нужный момент придут на помощь и никогда не предадут свои принципы. Закон, справедливость, отечество. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.